Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами ДФ, и это анонс стрима, который пройдет 14 августа, то есть сегодня в 19:00 по Москве, в 7 вечера, приходите, дорогие мои друзья. Ну а это супер приключение инженера, в общем, перешел я на последнюю версию, и сейчас я вам продемонстрирую, что я построил. Кто не может присутствовать на стриме, посмотрите в записи. Естественно, YouTube не даст сразу же обработать, и запись будет доступна только с утра. В общем, идет строительство. Не забыл я про этот мир. Очень хочется мне его играть дальше. Пролаги, да, присутствуют. И как ни парадоксально, данные пролаги у меня из-за моего шипдака. Не знаю, с чем это связано. То есть, удаляя его, как вы видите, сервер Thread CPU LAT шкалит, я уже и пристыковал, я уже его и так пристыковал. Что ему надо, это совершенно непонятно. Почему вот на последней версии вот такие вот постройки? И вообще хреновая была идея, друзья мои, вообще размещаться здесь около вот этого вот корабля. Не знаю почему, но в этом месте, даже на пустом месте, специально создал новый мир, даже на пустом месте все равно загружен. Как ни странно, процессор загружен всего лишь на 37%. Что меня очень огорчает, почему у меня не используется вся моя оперативная память, почему у меня не используется весь мой процессор по мере возможности, но тем не менее, вот как видите, вот такие вот профризы все-таки присутствуют. Но я думаю, чем мы быстрее вот эту вот штуку мою летающую, огромный истребитель допилим, вот через жопу, ой, помахала ручкой, через жопу вот тут поставил вот эту вот вещь, это у нас ракетница была. В общем, не знаю, я уже и со своп-файлом, с чем угодно, я уже затыкался. В общем, много мы строить не будем, если совсем будет невыносимо, естественно, вернемся обратно на версию старую. Но мне обидно, потому что это все обновилось, и теперь мод, который новые вот эти корабли вызывает, он работает нормально. Вот это вот у меня еще и здесь висит. Но этим я работаю. В общем, что я сделал? Я сделал как минимум проектор. Только его внезапно выключил, чтобы с FPS-ом немножко. Так что можно теперь и загружен проект, естественно. Вот какой из этих проекторов проектор? Вот этот вот. Вроде бы нужный включил. Нет? Нужный или не нужный? Да, нужный. В общем, проварим сейчас вот эти вот недоразумения, что у меня тут есть. Починим мой шипдак наконец-то. Надо было так сделать сразу, но я ж тормоз. Ой, как непривычно в кабине. В общем, выздоровел я так. Мне врачи не сказали, что со мной. Сказали пить витаминки. Вот как-то так, друзья мои. Так что пейте витаминки, и не будет у вас 10 дней температура, и вам будут ставить диагнозы. В общем, видосик будет совершенно коротенький. В связи с тем, что это анонс. YouTube, зараза, так и не присылает никому эти уведомления. Посмотрим относительно версии. Ну, Escape from Mars, это понятно, что мы будем играть на последней версии. Там никаких проблем, по крайней мере, не наблюдается. Я на это очень искренне надеюсь. Модификацию на продвинутые варилки я себе все еще не поставил. Так что вот такой вот я лентяй. Если это можно так сказать. Вари горшочек, что тебе не хватает. Space Engineer, это рукописный движок. И, скорее всего, товарищ, который его написал, этот движок, уже уволился 10 раз. Поэтому вот такие вот обновления. До сих пор, как я глянул по новостям обновлений, до сих пор есть такая гадость. Че у меня в кабине? В кабине два стеклышка. Жуть-то какая. Че я говорил-то? Склерозный. В общем, скорее всего, он уволился, поэтому до сих пор ботинки у нас свечение настраивают. И вот при загрузке процессора на 44% все равно оно лагает, все равно оно сходит с ума. В общем, я даже все производство повыключал, да? Welcome to optimization. Ладно, вернем наше производство, уж полагаем полностью. В общем, данное выживание я буду продолжать в любом случае, на любой версии. Будь я не я и жопа не моя, как говорится. Ладно, вернемся к нашему инвентарям. Я, правда, напрочь забыл, какие из инвентарей какие. Сейчас мне вот, наверное, покажет. Сварщик. Так, чего же у меня здесь кончилось? 001.
Хочется и повоевать. Так, что у меня тут? Это с пляжа. Трубы есть, трубы есть, трубы есть, трубы есть. А что тебе на ракетницу надо было, а? Это все есть. Хм. Странно, девки пляшут. Может, компьютер? Нет компьютеров, то его хуча. Даже вон радиокомпоненты совершенно не, зачем-то не нужны. Ладно, может, экранов там не хватало. Блин. 0.1 свар. 0.1 свар. Вот так вот. В общем, вот так вот. АИ. Пилот АИ. Что ему может не хватать, чтобы он не проварил эту фигню? По-моему, я вот туплю. Вы знаете, если долго не записывал, довольно-таки сложно вот этим вот всем заниматься. Стальная пластина. Да ты брось ты. Вообще с ума сошел. Инженер, вы пьяные, идите спать. Тикс. Слава богу, хоть Escape from Mars нормально. Правда, у нас там Epic Fail получился, но тем не менее. Сейчас мы посмотрим по сварщикам, они вообще включены. Сварщики включены. Вот как хочешь, так и играй. Сварщики, 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 сварщики. Все нормально. Что вам надо? Что вы от меня хотите? Почему ты не варишь? Ну вот, еще и врезался. Вари горшочек. Не хочет. Вот. Ёп. Так. Компонент... А, решетки кончились. Я ж там проваривал. Тьфу, японский. А во мне нет решеток случайно? По-моему, были. Вот у меня даже теперь и менять нету. В общем, обновляется игра, но пока... Не так, как хотелось бы, друзья мои. И вот тот вот орган надо тоже спиливать за кадром. Либо удалить его вообще нахрен. Не так много я всего потеряю. Ну, чем-то там яйцами зацепился. В общем, работы здесь в Space Engineer'ах, как всегда, много. 0.1 свар. Волшебник. 0.01. И почему вот такие вот пролажки? Совершенно непонятно. По крайней мере, мне. Не знаю, вроде бы все должно шикарно работать, но не хочет. Вот с камеры, конечно, они накосячили. Это уж точно. Экс. Сейчас я как иконусь в нее. Будет весело. Наконец-то. В общем, нужна модификация обязательно на улучшение вот этих блинских сварщиков, потому что это вот... Какой механизм, все вручную. Это бред вообще полнейший. На... дистанцию этих сварщиков. Вот как видите, я потихонечку восстанавливаю свой бедный шипдак. Я его выложил в мастерскую, так что смотрите, в каком-то из... под каким-то видео, я, по-моему, кидал в группе ВКонтакте, точно уж есть, где мой шипдак, или ищите в Стиме. Прошу вас, не долбитесь мне в друзья, да не принимаю я. Смысла нет, все время записываю на невидимости, чтобы не вылазило никаких сообщений, чтобы вам не мешать, не смотреть. Добавляю только тех, с кем играю. Поэтому друзей у меня совершенно мало, друзья мои. Так что вы уж, пожалуйста, простите. Меня хватает везде. Все, кончилось. Ну, тут понятно, тут бронированных стекол нет. Вот тут тоже все вынесло. Жуть, как меня побили. Это просто ужасно. В общем, буду думать и относительно версии. Буду смотреть, что мне делать с шипдаком. Чем быстрее я отсюда улечу, и чем быстрее я эти два корабля разъединю, тем быстрее мы продолжим прохождение данного сценария. Мне уж очень интересно, что там происходит. Но вот сейчас на этой версии очень много строить мне тоже, сами понимаете, не хотелось бы. Потому что если откатываться, к превеликому сожалению, я не могу вот скопировать вот эту вот всю базу. Точнее, базу-то я могу скопировать, но я ее, к сожалению, не могу вставить в астероид. Мне пишет невозможно. Так что вот как-то вот так вот. Ну что, 10-минуточка. В принципе, на мой взгляд, вот может быть вот ту его хучу вот этих вот резаков. Так себя может вести. Просаживая мне. Делая мне подергушечки. Все у меня выключено, и вертикальная синхронизация выключена, и что я только не делал уже. Я уже не знаю, как бороться с этой игрой. У меня 16 гигабайт оперативной памяти, свободно 10 на данный момент, но игра все равно пытается файл подкачки долбиться. Что ж так печально варишь-то рукой? Намного проще. Зато мультиплеер теперь у нас, друзья мои. Суперский мультиплеер. Ура, ура, ура. Я пока, по-моему, его не разобью, не расхреначу. Я вот не успокоюсь. Эх, искрим. Вроде бы как все нормально.
Восстановили, даже можно воевать. Не смотри на меня. Не смотри на меня так презрительно. И вроде бы как я все восстановил. Вот что вот он варит. А, это он так долго варит. Ни хрена ты горшочек. Так, тут у меня все нормально, все нормально. В общем, надо не забывать такие вещи, как носить себе на ремонт всяких вкусняшек, и можно дальше летать и дальше всех имбаундить с превеликим удовольствием. Ну что ж, мои дорогие друзья, встретимся на стриме. Надеюсь, это уведомление о данном видео придет ко всем. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, кто не подписан, будет еще много всего интересного. Интересные проекты, уже выбрал парочку. Так что начну снимать совсем-совсем в ближайшее время. Ну а пока стрим, чтобы мне привыкнуть опять записывать. Чтобы у меня голос с ума не сходил. Ну а всем вам огромнейший лайк за просмотр. Тикс. Все что ли тут? Шикарно. Да волшебно. Все шикарно и волшебно, друзья мои. Видосик коротенький, чтобы он успел загрузиться, обработаться и сами понимаете. Так, приземлись-ка. Даже все генераторы гравитации повыключал. Только бы был побольше оптимизации. Ну а всем вам огромнейший лайк за просмотр. С вами, как всегда, Даев. Всем до новых встреч. Всем приятной игры. Встретимся на стриме. Всем пока-пока. Жужжит.